Всем привет, меня зовут Митя Иванов, я редактор раздела смартфонов на сайте profotos.ru, а напротив меня сидит автор проекта по функции Dual View в смартфонах серии Oppo Reno 5 Филипп Чевелев. Филипп, коротко расскажи о себе. Привет всем, я вообще сам родом из Казани, сейчас живу, работаю в Москве, и долгое время на самом деле я снимал на смартфоны, вот прям ездил свой первый блок-тур со смартфоном и обрабатывал все дело на телефоне до поры до времени, вот, так что имею большой опыт, так сказать, съемки на мобильную фотографию, вот, и мне очень понравилось использовать Oppo и его вот функцию именно в том плане, что как если вести влог какой-то, записывать сторис, это очень удобно, в том, что ты можешь показывать какие-то свои эмоции, то есть фокусироваться на себе и при этом снимать окружающую среду, что вообще происходит вокруг. Это очень круто.